Привет-привет. Раз, два, три. Строительная команда прибыла. Начинаем разгрузку. Сегодня вот такой набор у нас. Строительная площадка. И мы сейчас будем ее открывать. И соберем то, что у нас получится. Это крутой набор. Ух ты! Это какая-то повеса, что это? Что еще повеса? Как собирать? Здесь наклейки еще. Да. Вот наклейки здесь есть. Потом мы будем с тобой обклеивать. Я тоже еще.
Счетчик стал один. Вот еще. Ручек второй. Вот еще сюда. Сейчас, подожди. Так. А тут какая-то лестница есть. Наклеить наклейки. Так, тут у нас скорее всего это для крана. Для крана? Такой вот кран, да. Вот его и место. А это кран какой-то. А, это где машины заезжают. Ты уже построила кран, да? Да. Ты молодец. Что-то там какая-то хрюшка двигается. Ну, это хитро немножко не совсем хорошо крепится на свои места, поэтому немножечко болтаются. Какая-то лестница завелась. Ну, я так пальчиком надави, да, будет знак готовый у нас. Да. А вот эти? Сейчас потихоньку все сразу делается. Этот знак мы клеим сюда. Ну, я пальчиком придаю. А знак готов. Восхитительно, что он готов. Здесь нужны ногти хорошие. Давай сюда сама. Иди наклей. На. Смотри, Олега, стрелочка должна быть вверх. Посередине. Посередине. Молодец. И на этот тоже сейчас не клеишь, только это вниз, ладно? Смотри, когда стрелочка вниз. А. Вниз, вниз. А, нет, нет, не туда. Вниз, а нет, надо вот так. Вот это. Ровно поставь. Посередине надо. Посередине. Ну да, рожники тоже так же работают. Хорошо. Так, теперь куча наклеек, которых нужно наклеить нам с тобой. Куда это все клеится, мы сейчас найдем. Вот такая большая картинка. И клеится она вот сюда. Красиво. Ты машинки все поставь, чтобы ребятам было видно. Вперед. Да, какие машинки есть здесь в комплекте. Вот сколько у нас всяких знаков, ограничителей. Все очень серьезно. На которую заезжает строительная техника, работает. И, туда... И что они будут строить, Алия? Что-то. Ну что они строят?
Садики. Садики строят детские, да? А еще что будут строить они? Будут строить домики. Всем пока-пока. А вот наша замечательная станция строительная, которую мы строили. И наконец построили. Да. Такая большая, функциональная. Я сейчас покажу, все как работает. Отлично. Beep.